внизу очень тяжелые. Водород – самый легкий, простой и распространенный элемент во Вселенной. Главное составляющее. Внутри туманности масса газа и пыли сливается в маленькие облака в течение, притягиваемые знакомой нам силой. Та же сила связывает нас с Землей, удерживает нас на ней. Гравитация притягивает элементы, создавая планеты и звезды и галактики во Вселенной. Okay. It's not working. Не работа. Самая важная сила в астрономии. А когда она действует во Вселенной, основное, что она создает, это звезды. Звезды — это объединение масс, притянутых.